Бойщика сюда! Охреневаю, блин, мы стояли точно на час, блин. Как не видеть танк, это я что-то вообще не понимаю. Ты. Ставишь. Так, нет, там. Где? Они там были, понятно. Я не вижу, не слышу, я так. А ты вон где смотришь? Открыто. Записал. Да и жене русский язык я не создаю. Вот язык он, блядь, не понимает. Эй, сюда! Танк, уважай. Left side. Эй, нужен транспорт! Куда машину подразделить? Эй. Летики. Смотри, нет такого. Есть, палки потери. Что-то по нам лупит сзади. Гравейка. А что за дымочка на атаке к домам подлетит? Блять, голова должна быть в плечах человека. Да, в городе не... Не боец, без прикрытия пехоты, конечно. Ну дура думать-то хоть о чём-то, человек вообще, нет? Не читал.
Ладно, это применение танков в районе 45-м день в городах. Где-то. Вы танками не пойдете. Вы до цели, а не пойдете. Я так что вышел, что-то на сайте попал в всех козлопасных. На штурм! А ну брысь от танка все! Нам нужен транспорт! Тормознули, блин, поехали. Интересная карта, кстати, хорошая. Я первый раз играл. Да, я на это тоже не играл в карте ни разу. Название прикольное. Ну что, Kolkhoz, там тут потом понял. Ну что есть циркуляции на танке, пострелять, это нормально. Да. Хочешь дома или хочешь со снайпой ловить, на танке катайся. Спасибо! Нужен транспорт! Wir brauchen Unterstützung! Штурмуем объект! Танк, берегись! Стоит. Поддержите огнем! Успели пока перебежать. Гоу. Извини, браток. Thank you.
живей! Смотри. Поддержите огнем! Есть! Сюда, быстро! Эй, сюда! Паши!